Друзья, привет, с вами Флок, у нас сегодня будет мультиреакция, три трека будет, не слишком много, но ладно. Первый трек скидывали в донате, это Ким Джеджунг, да, Ким Джеджун, трек называется Mine, давайте послушаем, трек довольно старенький, 13-го года, давайте. Ох, это черная одежда будет сейчас, вот это. Ох, точно. Ким Джеджун, это сольничек, походу. О, готика. Ва, красавец, блин, ничего себе. Кстати. Я был к этому не готов. Обалдеть! Вот это маска. Да ну, да ну, да ну, да ладно, нифига себе вокал у него. Это корейская эпидемия. Вот это костюмы. Ай, красавец. Безумный Макс просто. А, сова. Нет, это не безумный Макс, это Бэтмен, знаете, вот этот вот чувак лысый, Том Харди в Бэтмене. Или чужой. Ну блин, костюмы, короче, просто обалденные. Маски. Вот это кадр. Вот это кадр, блин. Вот это кадр. Вот это жесть. Вот это красота. Обалденно. Главное, какие-то летят, какие-то на месте летят, просто крыльями машут. Вот откуда мода пошла, ногти красить. Ну просто трэшак. В хорошем смысле этого слова. Такого я еще не слышал. Я надеюсь, меня слышно? Должно быть. Окей. Профессор Дамблдор. Огонь, да. Ну просто жесть. Это просто обалденно, блин. Вау, глаза классные. У-у-у. Вон этот, как его? Валькирия или как это там называется, да? Ну, ангел, наверное, короче, просто. Ангел смерти. Судя по всему. Обалденно.
Ё-моё, вот это кадр. Вот это кадр, это про... Ну ладно, не буду я скринить. Вот это кадр был, вот это клип, вот это жесть просто, ё-моё, обалдеть, спасибо за данный клип, это просто что-то, это просто, блин, как это сказать-то? Это очень классно, ладно, давайте следующий трек, следующий клип, On News, To Be or Not To Be, To Be or Not To Be. Так, вы сказали, что от этого клипа я как-то там обалдею, охренею, да? Так, мы сейчас попробуем субтитрики, наверное, включить, чтобы как-то вот, может, маленько понимать. Какая-то, знаете, любовь, от которой он страдает, и он должен от нее избавиться, чтобы продолжать дальше нормально жить. Ну, блин, мне вот нравится звучание этого трека. Да. To be or not to be. Быть или не быть. Блин, классно. Блин, шикарный трек. Жестко, жестко, жестко. Обалдеть, блин, жесть. Это актеры, кровь не настоящая, это все краска, грим, там все дела. Чтобы для понимания, да, чтобы это видео как бы не заблокировали. Всяческие насильственные действия мы осуждаем. Ну, как бы я, вот.
Обалденно. И вот его короновали. Вот оно. Вот это жесть. У нас сегодня вечер жести, друзья. Так, еще один клип. Тоже довольно старенькая группа. New East Face называется. Давайте смотреть, слушать. Воу! Ну, стиль, да, понятно, по виду, что это старенькое, прям старенькое, потому что стиль, по нему можно отличать уже, серьезно. Очень прикольно было. Так, ладно, друзья, если вы слышите то, что там на кухне происходит, я извиняюсь, это машина стиральная херачит, как сумасшедшая. Вот, послушали мы с вами три обалденных трека, здесь не было BTS, да, здесь не было BTS, но тем не менее, три обалденных трека, они мне понравились, они мне зашли. Я, скорее всего, даже все добавлю, буду слушать. Я надеюсь, вам также понравились, тем более треки по вашим рекомендациям. С вами был Флок, всем спасибо, пока.